Всем привет, друзья! Сегодня у нас пятница, 18 августа. Сегодня у моего брата старшего день рождения, так что мы его поздравляем от всей души, желаем здоровья, счастья, удачи, успехов, благополучия, в общем, всего-всего Максиму желаем. Вот. Мы уже много дел переделали, уже 11 часов. Увезли с дедом ребятишек сегодня к бабе Люсе с дедой Пашей, потому что Фима распереживался, что все лето прошло, а он так и не съездил, у него по плану было погостить у бабы Люси. Но ненадолго они, конечно, до обеда сказали, побудем, но мы их вот в 9 часов увезли. 3 часика, в общем, погостят, на дольше их, конечно, не хватит, они у нас такие, по гостям долго не любят. Вот, так что Алёша поедет сейчас на обед, так их заберет уже через полчасика. Ну, в 12 сейчас, сколько, 11 с чем-то. Вот, потом зашли мы в Чижика, купили продукты, какие надо, докупили. Утром отварили эти самые макарошки, сосиски на завтрак. В общем, как всегда, по-быстренькому все сделали, накормили. Вот. Сейчас Матвей только встал, еще ест, его уж показывать не буду. Сидит сонный, еще зевает. Вот, что еще? А, ну и кабачками занялись. Занялись кабачками, покажу, вот они. У нас всякие разные, тут и желтые, и зеленые. Сейчас наполню кастрюльку, это мне как раз автоклав заполнить хватит. Вот, такие дела творятся в мире. Так что сегодня кабачковой икрой буду заниматься. Протушу их потом. Что надо, добавлю уже. Открою свой рецепт последний. Мне больно уж понравился. Да мы уж сколько банок съели, наверное, банок 5 съели, да? Этой икры уж больно нам понравилось, поэтому и делаем по этому же самому рецепту. Вот такие дела. Дай покажу Фиме, это купила какие штучки, разукраски. Ну, вот эти книжки мне. Сейчас, секунду. В Чижике там интересные штучки завезли, может, кому надо. Вот, сейчас какой-нибудь столик тут бы расположиться, или на стульчик. Вот, смотрите, вот такие, называется «Раскрась шедевр». Вот, причем разные, там я вот две выбрала, вот такие, импрессионисты и Леонардо да Винчи. Там они идут, ой, сама, видите, идет иллюстрация, и тут надо разукрасить ее. Вот, у него же эти маркеры-то разными оттенками. Да, короче, я хочу, чтобы он просто ознакомился с этими картинами, даже если он не это самое для общего развития, даже если не разукрасит, то вот, видите, это, хотя бы ознакомиться с этими шедеврами. А то ведь сейчас молодежь ничего не знает, так я говорю, хоть ребенок у нас посмотрит картины известные, почитает. Потому что мы-то это все учили. У нас был в школе предмет «Мировая художественная культура». Мы вот эти все картины сдавали, ходили, то есть нам показывали картинку, надо было назвать автора и название картины. Вот такой у нас был зачет. У нас как раз этот предмет вела наша классная руководительница, и вот мы изучали. У нас даже два было предмета. Одна была мировая художественная культура, а второй был художественная культура Урала. Именно свою, нашу местную культуру мы изучали. Вот такие были. А сейчас убрали эти предметы. Вот Матвей сейчас 11 класс пойдет, и так, и у него и не встретился этот предмет на пути. Никакие он такие шедевры художества-то не знает, вот эти все вещи. Поэтому я говорю, Ефима надо маленько просвещать, чтобы он хоть у нас в этом плане поразвитие был. Но у нас вот таких книг именно с картинами очень много. Все художники есть у нас. Ну, дед же это все и дед любит, и я, как бы, это мне все нравится. И вот я еще маленькая была, бабушка заказывала всяких этих книжных. По почте заказывали тогда, помните? Вот. И у нас много вот этих атласов всяких. Ну, посмотрим, как он отреагирует. Такие купила, как раскраски, пусть пораскрашивает. А там, если что, можно и к более серьезным книгам перейти будет. Вот. Ну, ладно, все. Пошла дальше резать кабачки. Так, ну что? Кабачки вычистил. Полнёхонько кастрюля получилась. Взвешивала 12 килограмм. Чистым весом. Ну, вот этим очищенным же, без семян, без всего. Семена несу индюкам. Пусть полакомится маленько. Может, поклюет. Там шкурки, семена, не знаю, выберут сами, короче. Сейчас им вывалю. А вот. Ну, дальше уже некуда просто. Даже если были бы кабачки. Ну, все, тютелька в тютельку, так сказать, получилось. И нету кабачков больше, и кастрюля полнёхонько. А вот. Так что, ну, нормально, почти полный получается автоклав.
Огурцы надо полить будет зайти. Опять жара, сегодня 31 обещают. Кошмар. Зной стоит. Сегодня Алеша, надеюсь, уже доберет вишню. Не знаю, если она еще не перезрела. Ну и что? Будем, нет? Будем, нет? Хабачки-то пополам поделю им этим. Сейчас тем дам. Ой, как же мне зайти с камеры? Не знаю. Ну ладно, сейчас. Получится, нет, не знаю. Когда рука занята, да, не очень-то. Пойдем, я вам дам кушать. Ать-ать-ать-ать. Не знаю, что видно будет. Сейчас попробую камеру поставлю. Как-нибудь. Вот, а пока сама здесь. Ой, Оля, половинку. Ну, давайте, смотрите, что такое, нет? Так. Вот. Да вам. Сейчас пойдем. Тем дадим. Вот они, пузырьки мои. Пузырьки мои надулись. Ходят. Надо уже их это начинать, конечно, перерабатывать. Пинку будет колоть, чтобы без мяса не жить. Сейчас закрою. Как противно. Так. Фух. Тише, картошка у нас зеленая совсем. Петушок. Грязное стекло не видно. Так, и что, вы будете колоть? Ага, вон Индюшечка сидит в углу, видимо, несется. А нет, соскочила. Соскочила. Так, сейчас я им дам. Раз. Так. Вкуснее было. Что-то так. Нет, что-то там клюют маленькой девочки-то. Девочки что-то выбирают. А мальчикам лишь бы на меня позлиться тут постоять. Хищники. Так. Идите, ешьте дерево. Идите, ешьте. Вас. Не буду отвлекать эту. Не съедят. Фу, такие дела. Сейчас я огурчики вот эти хочу. О, сколько их навязала-то. Сколько их тут навязала. Надо убрать большие самые. Вот они висят, видите. Уже такие молоденькие. А может, жарко просто, поэтому они приспустились. Наверное, жарко просто, да? Или полить, или не поливать. Или полить, или вечером полить. Наверное, лучше вечером полить. Ладно. Не буду больше пока брать. Потом вечером еще приду и полю, потому что просто жарко очень сейчас. Поэтому они, наверное, листья приспустили. Так-то я их поливала ведь недавно. Помидорки спеют. Бабушка говорит, принеси помидорок. Я говорю, не знаю, наспели, не наспели, но вроде наспели. Сейчас надо будет, может, сходить. Так что вот так. Пойду сейчас я, морковь у нас, считай, готова. Вчера мы это наделали, сейчас мы ее из морозилки достанем. Лучок бабушка уже сидит, чистит. Сейчас быстренько все остальное доделаем. Главное сейчас тушить долго, эти кабачки придется, часа два точно. Вот это, да. Это да. Ну ладно, чем-нибудь другим пока займусь. Сейчас маленько вам покажу, чем занимаюсь. Уже у меня сварились кабачки, вот они. Томатную пасту добавила, морковку, лук. В общем, все, что у меня в икре должно быть. Уже все на месте. Соль, сахар тоже на месте. Осталось все хорошенько перемешать. И буду сейчас раскладывать по баночкам и автоклав ставить. И все. И корка моя будет готова, когда сварится в автоклаве. Вот. А еще я морковку опять делаю. Полная раковина у меня опять моркови, грязища.
Ну ладно, я говорю, все равно ее надо вперед переделать, потому что она иначе вять будет. Она же на веранде стоит в тепле. Сейчас такая жара на улице еще. И, в общем, надо скорее-скорее ее всю переработать, в морозилку заморозить. Как хорошо сегодня. Надо вот сюда 2 килограмма моркови. Я раз достала 4 пакетика. И, пожалуйста, тебе вот морковка для заготовки готова. Не надо было ничего тереть, ничего чистить. Всем красота. Так что сейчас я с морковкой продолжу заниматься. Сегодня планирую еще ящик один одолеть. И завтра у меня один ящик. То есть у меня 3 ящика этой моркови. И вот я говорю, бедные люди, которые ее вырастили. Зачем они, говорю, выращивают столько? Ну, потому что, как бы, получается, они ее сеяли, они ее пололи, они ее там поливали, они ее выкапывали. А съесть не могут, видите, как приходится отдавать. Ну, хорошо, конечно, что мы ее забрали, они не выкинули, правильно? Это тоже хорошо. Ну, они, может, думают, конечно, что мы для животных. Вот, а мы и не для животных, а мы вообще для людей. Так что спасли совсем их морковку. Ой, ну ладно. Пусть им будет какая-нибудь другая прибыль, да, благодаря тому, что они вот это доброе дело для нас сделали. Пусть она им в другом чем-то. Морковка, видимо, им не шибко нужна. Вот, а пусть в чем-то другом вернется. Короче, здоровье им только остается пожелать. Что-то у меня тут не промололся один кабачок. Эти кусочки я его сейчас уберу. Да что ж такое-то? Оп-оп-оп-оп. Ребятишки у меня все, приехали. Алеша уже пообедал. Оп, раковина. Вот. Погостили, все, довольны. Фади, какой-то руль. Да что такое-то? У меня какие-то кабачки сегодня не промололись. Видите, вот кусочками попадают. Руль какой-то у деды Паши, Фадей, взял. Ну, у деды Паши много всяких штуковин интересных в гараже, да, в сарайке. Вот он как едет, находит что-то для себя, короче говоря. Нет, ну он за рулем уже заранее его присмотрел. Специально ехал сегодня. Руль хотел добыть. Вот, так что скоро, я говорю, всю сарайку деду Пашину перевезешь к нам. Ой, беда, беда. Ну ладно, в общем, все. Большое дело, я уже почти доделала сегодняшний план. Тут получилось, ну, считай, это 12-литровая кастрюля. Ну, 12 литров где-то и получилось. Сейчас разложу банки-то, мне бы еще найти какие-то удобные, удачные, так сказать. Наверное, придется сегодня с этой, с винтовой крышкой, что ли. Запарилась, жарко, жутко. Жутко жарко. Бабушка отдыхать пошла сейчас. Так, ты кого, Фима, разукрашиваешь? Монолиза. Вот, Монолиза, видите, у нее какая. Один в один почти получается, да? Угу, молодец, аккуратно делаешь. Кто там у тебя славненький? Кто ты такой славненький? К бабе пришла. Пришла к бабе. Я уже все докатываю. Что-то у меня много банок получилось. Придется 2 раза автоклав запускать, похоже, сегодня. Посмотрим. Так, ну что, без 26. Одну партию из автоклава достала. 15 банок. Еще даже эти крышечки не сняла. Сейчас они остынут маленько. Тазика почти 2. Но сегодня большой тазик взяла. То есть много будет. А вот дальше. Стушили мы вот такую картошку. Со свининкой. Ну, картошка эта прошлогодняя. Она такая развалистая маленькая. Ну, вот такая вот. Какая есть, главное, вкусно. Да, ты такую любишь, да. И, конечно, икру уже пробуем. Икра обалденная опять получилась. Я сегодня даже больше лука и моркови по вашей рекомендации сделала. То есть кто-то мне написал, что надо больше лука и моркови. Ну, сделала чуть больше. Добавила на 0,5 кило. Все вкусно. Так что сейчас вкусно поедим, поужинаем. Алеша что-то сказал, что он хочет, чтобы я успела еще и компоты сегодня закатать. И пошел собирать вишню. Ужинать не стал даже, чтобы быстрее собрать. Ну, посмотрим, сколько наберет. Если мало наберет, ну там, наверное, уже остатки, я думаю. А сейчас купить нет компота? Все есть у нас. Выйди на веранду и возьми.
У меня уже сил нет, честно слово. У меня уже все. Весь день у раковины простояла. Уже никаких сил нет. Так что сам за компотом дуй. Зачем хочешь. Ребятишки тоже уже наелись, картошки пошли. Остался Алёша один, его порция там осталась в кастрюле, уже все поели. Вот, ты попробовала икру, бабушка? Mm-hmm. Вкусная? Очень. Вот, я и говорю. Так что не зря мы сегодня. Еще сколько я? 7 банок еще поставила в автоклав. Не полная половинка, даже не половинка, даже меньше половинки. Или это половинка? Ну, 15 это полный, 7 это меньше половины, значит. Так, что ли, получается? Половина. Ну, половина. В общем, так, сейчас еще вторую партию сделаем. И все. С кабачками в этом году будет точно покончено. Икру, по крайней мере, точно не будем делать. Так только жарить, если будем. Вот. Ну, ладно, все. Ужинаем. Так, друзья, буду ролик завершать. Фима, он уже свой вечерний йогурт ест с пряничком. Да? Покажешь, какой тебе йогурт-то? Сейчас, дай я посмотрю сама. Вечерный? Да. Пломбир? Блин. Что, еще хотел один? Да. Ну ладно, еще один съешь потом. Сейчас полосим. С молоком? Да. Хорошо. Вот, а у меня опять работа нарисовалась, поэтому я сегодня с кухни не ухожу, и весь день я вам снимаю только на кухне. В общем, вот. Оп-оп-оп-оп-оп. 5 банок вишневого компота. Вишня, конечно, перезрелая. Некоторые ягодки уже такие, знаете, полусморщенные. Но это уже не болезнь, это уже просто усыхание ягод. Вот так протянули. Ну, их много очень было нынче ягод этих. Вишни это много-много-много, поэтому так получилось. Вот. Морковь еще тоже не перерабатывала, потому что поужинали. Решила я маленько отдохнуть, пока автоклав у меня работал. Сейчас автоклав уже отключила. Воду грею, уже почти закипает. Компоты сейчас залью и буду морковь молоть. Вот. Ну, думаю, часов до 9 управится. Алёша уже управился, камера требует, так что все. С вами до завтра прощаюсь, всем хороших выходных. У меня вот такая плодотворная неделя была, я чувствую, завтра она не закончится, потому что есть на завтра планы, связанные с мяском. Ну, завтра уже вот что-то сделаем. Ладно. Суббота, прикинь, неделя как пролетает, невыносимо. Скоро в школу, да, маленько осталось. Пару недель и все, да? Да. Ну ладно, все, давайте, друзья, всем счастливо, пока-пока.